Чебоксарах обсудили развитие гидродинамики больших скоростей и кораблестроения. Это тема очередной летней научной школы-конференции, которая посвящена выдающемуся земляку Алексею Крылову. В этом году в республике отмечают 155-летие со дня рождения академика. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Алексея Крылова называют классиком корабельной науки. Именно он изобрел гирокомпас и теорию качки судов, неся весомый вклад в развитие страны. В ученом зале Чувашского госуниверситета последователи академика. Один из участников конференции приехал в Чебоксары из Южной Австралии. Личность Алексея Николаевича Крылова – это легендарная личность. И огромное уважение к личности этого человека, к его вкладу в науку и в инженерную дело. И, в общем, в основу судостроения в России. Но кроме этого, я, работая в Австралии, я сотрудничаю с Александром Юрьевичем Иваницким по математике. У нас совместная работа готовится в печати. Школа гидродинамики больших скоростей была образована в начале 80-х. 15 лет назад она получила статус международной. Главная задача конференции – дать толчок развитию инноваций. Среди участников немало молодых ученых. Это уникальный формат обмена опытом и передовыми знаниями. Участвуют как раз и молодые ученые, и тем самым они получат, я в этом уверен, дополнительные стимулы, как нужно заниматься любимым делом, вкладывая средства в человеческий капитал, создаем комфортную среду для наших жителей. Для того, чтобы наши молодые специалисты могли самореализоваться. Как повысить маневренность кораблей, получить электричество от морских потоков, снизить виброактивность судов – это далеко не полный список тем конференции. В деловой программе свыше 50 докладов, которые войдут в сборник трудов. Я очень благодарен оргкомитету вот этой школы, которая, в общем, организует такие встречи, потому что здесь встречаешь и людей, которые были достаточно близки, знали там вот… Ну, и по научной части, и так по-житейски будем говорить, и мы с удовольствием посещаем такие мероприятия. Для участников предусмотрели не только деловую программу. Гости посетят родину Алексея Крылова и пополнят музей академика новыми экспонатами. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.